Владимир Жук подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Действующий депутат Московской областной думы снова собирается участвовать в отборе кандидатов на выборы в Мособлдуму. 5 лет назад Владимир Жук уже принимал участие в предварительном голосовании. Желание сделать жизнь в Подмосковье качественнее и завершить начатые проекты – главная мотивация депутата. Не зря ведь наш регион Подмосковье входит в тройку по благополучию жизни среди всех субъектов страны. Ну, мы, конечно, третье место – это хорошо, но всегда есть возможность улучшить результат, и над этим надо постоянно работать. Чем я и собираюсь заниматься. Предварительное голосование «Единой России» состоится с 24 по 30 мая 2021 года. Все желающие принять участие в избирательном процессе могут это сделать на портале госуслуг или непосредственно на счетных участках 30 мая.